Работа на Союзной улице вновь закипела. Спецтехника и рабочие продолжили благоустройство территории, прилегающей к домам 32А, 34 и 36. На данном объекте у нас проходит комплексное благоустройство территории с заменой асфальтового покрытия, устройством новых пешеходных коммуникаций, устройством новых парковочного пространства. Собственно, двора был достаточно большой износ асфальтобетонного покрытия, поэтому он попал в данную программу. Работы должны были стартовать в начале мая и завершиться еще в первых числах июня. Однако на стадии демонтажа старого бордюрного камня остановились, чем изрядно огорчили местных жителей. Работы на объекте выполняла подрядная организация «Новый век». Как говорят ее представители, внезапно столкнулись с финансовыми трудностями. Для их решения понадобилось время. Сейчас мы разобрались со всеми этими бумажными вопросами. Все у нас хорошо. С завтрашнего дня мы усиливаем людьми и техникой объекты. И планируем ориентировочно 10 августа полностью закончить все виды работ. А пока 10 рабочих и 2 единицы техники создают новое комфортное пространство для жителей. Еще в планах увеличить число парковочных мест. Установка бордюрного камня практически завершена. Оценивать выполненный объем работ пока рано, говорит начальник управления благоустройства Андрей Журавлев. Но сейчас все силы бросили на то, чтобы наверстать упущенное в максимально короткие сроки. Хотелось бы еще принести извинения от себя лично перед жителями данной дворовой территории за то, что действительно в летний период произошел такой дискомфорт и, хотели хорошее дело сделать и хотим его сделать. Но, к сожалению, за доставленные неудобства приношу личные извинения. Комфортному пространству быть, удобство жителей всегда в приоритете. Всего же до конца лета в Одинцовском округе планируют завершить благоустройство 18 дворовых территорий. Татьяна Верняковская, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцова».